Хэнк, то, что было, уже не изменить. Но ты можешь остаться в живых, если пообещаешь нам забыть об этом. Так я и думал. Извини, в любом случае он не жилец. Не-не-не-не, послушай, у меня есть деньги. Есть деньги, закопаны здесь. Там... там 80 миллионов долларов. $80 миллионов. Так вот в честь чего здесь праздник. Только на тюрьме мне твои деньги не сильно пригодятся. Ты можешь уехать куда хочешь, делать что захочешь. Подумай, ты можешь выбрать любое будущее. Джек, 80 миллионов. А всего-то и надо отпустить его. Нехеровое предложение. Что скажешь, федерал? Ты бы согласился? Хэнк. Его зовут Хэнк. Ну так что, Хэнк? Тебя надо отпустить? Меня зовут начальник отдела Шрейдер. И пошел ты нахуй. Хэнк, послушай. Скажи ему. Скажи, что мы все уладим. Прошу. Прошу. Мне че? Умолять? Я не знаю никого умнее тебя. И ты настолько тупой, что не понимаешь? Он все решил еще 10 минут назад. Делай, как знаешь.